Что, Машунечка? Когда уже Что у Артема с вами? А? У Артема что с вами? Здравствуйте, здесь. Ничего, они просто не пришли. Сказал, что не придет. Вчера был на тренировку и второй тренировку. Вчера ты? Да. Отсюда пошел Саш? Саш. Сказал, будет отдыхать и жить уже будет. А вес? Нормально. Жира большая, вы видите. Молчите, а другие еще капризничают. Кто им нравится, то и хорошо. Слава Богу, что у меня такая два пацана и девочка. А какой стол не читай сяду? Чего вы сидите? Чего не боретесь? Музыку слушаю. Давайте боритесь вперед, что вы все. Денис, что ты сидишь? Так я думаю, я спрашиваю, я только дал. Ты же видишь, что нас сейчас дали? Все, пошли, боремся, боремся пока. Боремся или что? Без восток. Без восток, без. А ты что, сейчас броски не делал, да? Нет. Ни одного? Ни одного. Не надо же. Так крепко. Ты жалочками давай. Так редко бывает. Пойди, пойди. Thank you.
Гурянов Матер. Стоп. Это ты говоришь, без броски не делаешь? Да. Делаешь же броски. Вот делаешь, а ты их делаешь. Я первый раз сделал. Все, давай, следующий. Давай, извини. Ага, все ясно. Так, стоп. Молодец, хорошо. Что за принц? Маша, тебе нормально. Ты, он тебя бросает, не надо за собой тянуть. Это не Даня. Даник он мягкий, туда в середину. Это Даник он мягкий, спокойный. Давай. Я даю Денису знание делать бросок. Так, ты его поднимаешь, он бросает. 30 бросков. Сейчас, одну секундочку, я секундомер возьму. Не успеешь, значит лучше еще бросать. Так, сейчас я тебе скажу сколько. Боритесь. Так, готовы? Вы боритесь. Давай, Денис, бросай. Вы можете делать бросками, но аккуратно. Так, ты готов? Да. Три броска. Готов? Бедро. Через бедро. Да, готов? Джимен. Вон мне его. Поднимайте его. Ты просто поднимаешь. Он берешь и бросаешь. Джимен. Раз. Два. Так. Значит, за одну минуту у тебя должно быть 30 бросков. Вопросы есть? Да. Нет, он тебе делает тогда 30 бросков. Нет, все. Я засекаю минуту, и ты считаешь, что 30 бросков. Одну секундочку. Джим! Пошел! Считай, чем да? Два. Ты сделал 30? Нет. Делай! Вы сказали все. А ты не тебе. Не тебе. Время идет. Не слышу. 15. 20. 21. 22. 23. 24. Время. Не успел, я сказал 30. Он потерялся, когда вы сказали. Не знаю. Я извиняюсь, но я же ему не говорил вам. Так, приготовился. Тебе 25 бросков. За минуту? Да. Готов? Джим! Раз. Два. Прочитай, пожалуйста, Два. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Че за стоп? На полной стопе, стоишь на полной стопе, даже на 5. Вы все время заносишь. Лад отдохнул, вперед, приготовился. 30 бросков. Так, Чезар, слух считаешь, чтобы я слышал. Готовы? Джимми! Ногами держи его, Денис. Ногами за ногу. Все, стойте.
Забегать, забегать, все сверху надо. Надо. Вперед.
Так как Сергей Анатольевич говорит. Отдаем зарплату, или не даем, мягенько, раз, потом зайти. Я не бросаю, а постараться бросить. Так, чтобы он сказал, ну, угрян, ты красавчик. Видишь, не летит, почему? Потому что ноги прямые, голова вниз. Он уже вот так сидит. Мне как залезть? Не знаю, никак. Я могу залезть, но вы сказали, без ходить. Нет, ломать мне не надо. Так, Денис, сиди здесь. Где ногами работает? Где работа ногами? Где зацепчик? Не по ногам бить, а по... Зацепы. Раз. И стоп. Хорошо, молодец. Но я хотел, чтобы ты в совести остался. Вперед, следующий. А Денис, дверь чуть-чуть прикрой. Следующий. Оп. Пацаны, бросите его, каждому по 100 лей дам. 65 часов, а не пацаны. Все, пока. Ну не думай, Влад, это ты будешь отдавать мне. Стоп. Влад, не получается вышел. Сколько? 65 часов. Там сзади. 56. Эй. Там сзади, там есть банан. Возьми один банан. Спасибо. Он сытный, желудок полный. И не так, потому что пить, жрать хочется. Вот, Машка, бросить его, бросить. Я такси вызову, тебя домой на такси отвезу. Все. Сейчас, пацаны, он вас и бросать уже не сможет. Сейчас подождите. Так же, как и Дарин не сможет бросать. Сергей Анатольевич, можно было? Да, можно. Мягче. Старайся поймать. Вот что он сейчас хочет сделать, контратаку. Ногами можно работать. Вы, Саша, ты не вызвоните? О, думал, кот Виктор. Здравствуй, коллега, слушаю тебя. Что там в понедельник ничего не будет? Вадим сказал, мне позвонил, сказал, что в 10.00. 10 в понедельник собрание. Ну вот я только не понял, это общее собрание или что-то уже есть? Вот, ну есть. Да. А ты вообще не на тренировке, почему? Да. Я как старший, ты бывший старший тренер, спрашиваю тебя. Вы уже в зале тренируетесь? Да. Эти сборы, блин. Я бы с удовольствием. Скажи мне, с кем? Да, туда и обратно на такси, только тогда. Да, а так что? Ты там тренируешь. А что вы там? Да тебе, так ты когда зайдет директор, скажи ему, где твои люди? Да вот они. Вот пошли задний день. Да, так что надо. Ты едешь куда-то? В Пиратском поедешь? В Сакиряне. Ты с ним едешь? Я хочу поехать в пятницу на субботу. Я не хочу ехать. С утра, до вечера, в пятницу. В общем, там положение, я оставил все положения по самбо, по дзюдо, по натираспаль, уверните ее. Да, так что ты можешь пойти взять ксерокопию, у тебя будет. Хорошо, ты сейчас дома? А в машине есть хоть мотор?
Так едь домой. Едь домой. А ну нафиг, блин, пятница, езжай домой и все. Что нам пенсионеру надо? Что у тебя уже есть? Побудь на летяне. Все. Денис Виеру есть и бухло хватит тебе. Нет, просто будет, но, наверное, мы не успеем уже. Не наше, да? Хорошо. Хорошо, Витенька. Был рад тебя услышать. В понедельник мы тебя увидим. Ага, все счастливо. Так, стоп, смотри. Шара не проходит. Берешь, становишься туда, ты идешь туда. Что, Игорь? А кто ловится? О, хоть качалось? Кто? Оно качалось? Качается. Качается? Да. Телефоном? Омоется? Денис, он поработал, немножко устал, он 3 килограмма согнал. А что вы сидите? Вот вы вдвоем. Ну, да, что, как вы? А ну, Георгий, соберись, этот постарик того дедушка выходит. Да. Еще раз, боритесь, но когда будете бороться, броски все делайте. В партере, смотрите, бросок, фиксация, ва-ва. Если ты выходишь из положения, когда на коленях между ног, выходишь, 3 балла. И удержание сверху, ну так вот правило у них написано, у них каждый раз новые правила. Сверху, когда удержание делаешь, 4 балла. И когда ты попадаешь назад, фиксируешь. Ноги, шею или руки отсюда, 4 балла. Вот тогда, когда ты дали ему 4 балла, то есть оно маунт называется, как там вот сзади. То есть он был как бы отсюда, а потом зашел тебе назад. 4. Вот написано. Но там-то не было написано. Так, что здесь? Даня! Вперед! За вашу красавицу! Маша, вперед! На руки, на руки. В нагрузку. На руки и домой пьем, Даня. Так, Маша, делай 3 броска. Даня, не поддавайся. Ты красавчик, конечно, я знаю, спокойно, да, но не поддавайся. Пусть она помучается. Пусть она сделает 2,5 броска, но не 3, хорошо? Хорошо. Можешь ее тоже бросать. Все, ты готов? Так, какой бросок делаешь? 30. Бедро. Бедро. Так, я засекаю. Не успеваешь, делаешь еще раз. Можешь на поясе кимоно. Нет, джиу-джитсу выступаем. Соберись. Готовы? Джим, пока не бросают, вы говорите. Здоровье заслужено? Нет, кажется. Надо документы какие-нибудь подавать, он не ему лень. Хочешь, чтобы кто-то другой сделал? Ну, Козырь можно за Риера получить? А он заслужен. Что, Козырь? Да, если не ошибаюсь. А может и нет, надо узнать его. Готов. Готов. А ну вот, покажи Унгуряну, как надо кидать. Унгуряна, считай, что... Подожди, я камеру не поставил. А то вы меня обманываете, блин. Даринчик, посчитаешь, хорошо? Только так, чтобы я слышал. Итак, кидает Влад Бурдужа. Готов? Пожалуйста, 30 секунд, 30 бросков. Время! 30 секунд, 30 бросков. Ой, минута.
вот сюда надо делать. Почему руку отпустил? Душающий болевой. Сколько? 20. Давай, 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 не успеваешь. Что вы смотрите, боитесь? Время. Отдыхаешь. Так, кто вам? Вам другое задание. Достанет. Вам нужно вытолкнуть своего противника за ковер. 10 раз. Стоп, стоп, подожди. Готовы? 10 раз. Аджаны, угуряны, приготовился. 1-0. Маша, 1-0. Кто проигрывает, дает команду. Даник вытолкнул, ты ее на тебя. Так я не дал команду. Ты в ее кто выталкиваешь, и она тебя выталкивает. Да. Даник готов? Посчитай, пожалуйста, лап. Вера! Кому 20 бросков? Вот так. Я их удерживаю. 1-0 Даник ведет. Да, а как ты считала, ты его обманула? 8. Ноги, 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 ноги. Держать его, Георгий, держать. За голову пройди, пройди, пройди. Вот. 12. Проходи, проходи, проходи. 12. Че, за что? 15. 2. Маш, за 2 раза. 17. 19. 20. Еще 2 раза. Еще 5 раз. 2, 3, 4. Хорошо, оставляйте чуть-чуть вот, а? Стоп, всем АТ. Влад, идешь туда. Вы меняетесь, Ингря, а так, чуть-чуть, потому что вы еще будете бросать. Ингря, мы сюда. Так, Даник ушел. До броска и меняетесь. До броска. Что такое черт? Влад, пока что он наступил тебе? Негодяй. Так, готовы? 5 минут. Аджа, видите, они уже через 5 минут опять броски будут. Даня, что там? Ага. Все, давай, 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 давай. Маша, пока он мертвый, надо его. Маша, не стесняйся, не бросай. Оп, видишь, как плохо падаешь. Георгий, подвернули, все, летишь, сделай страховку и все. А ты где? Это потому нет? Что он это... Да, объясни. Это потому что я это, вот эта рука, он вот это. Не играет роль. Он не держит, а он так держит. Не играет роль. Да, Георгий, с той стороны. Хаджима, пошли, 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 боремся. 5 минут. Давай, 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 Чезар, мочи его. Видишь, он уже мертвый. Сейчас я им еще дам броски. Скоро дойдет до того, что вы его сами еще и поднимать будете. Все, следующее. Упал.
Видишь как? Взял его за голову, он тебе за пояс. Все. Давай. Осторожненько. Руку раз сразу за туловище, Влад. За туловище. Обними. Все, выпрямись. Все. Взял за туловище, сразу выпрямляйся. Там, пожалуйста, бросок вперед. Бросок через грудь, подсечка. Давай. Ты бросила? Нет. Да, как не было. Бросила, все, дай их выходи. Плаща. Ну не знаю, здесь кто-то упал. Я дома посмотрю. Я хотел делать через себя, но увидел, что она не делает. Ну и хорошо, молодец. Спасибо. Мне самое главное, вари, бросай так, ну чтобы они целые стали. Все, следующий. 3,5 минуты еще осталось, и вы опять броски делаете. Да. Я не вижу, чтобы ты работал. Где два приема? Да. Показать один, сделай другой. Ну и задуши. Ага, хорошо. Ну и бросать тебе было через. Попробовать через грудь бросить. Локти чешут. Страховка где? Здоровье самое главное. Руки снег. Второй руки тоже снег. Раз подмышку, подойти к нему, выпрямить его. Рубеж, рука. Зафиксируй. Покажи и отпусти. Вот это положение нужно использовать. Не надо. Стоп. Он будет, чем жестче на опирает, тем ниже становится. Да? Это нормально. Ты старайся как бы ему поменьше жесткости, но выплюнуться, легче его будет бросить. Ты ушел туда, приготовились, а вы боретесь. У вас 5 минут борьбы. Даник, вы боретесь, а вы готовитесь броски делать. Все, отчего? Где было? Да, все. А челлендж все? Потом. Я думал, ты же шкурки там оставил. Сейчас надо видеть. Готовы? Пальцами. Нет, ты еще нет. Ты отдыхаешь.
Я скажу, когда готовится. Тебе я скажу, когда. Они борются, а ты отдыхай пока. Можешь через грудь сделать пару бутылок. Или отдыхай. Они 2 минуты отборятся, а потом тебя, а потом грязь. Я это, наверное, зафиксирую. И этот, как подготовительное действие, щелкает пальцами. О, Маша тоже сказал. Ну, через него Георгий проиграл. Туда надо было кувыркаться. Задуши его. Так, приготовился Влад. Готов? Да. Джим, считаем 30 бросков, если успеет за минуту. Так, ваша задача. Да. Ваша задача. Вытолкать своего партнера за ковер. Не держать захват, вытолкать. Есть 1-0 далее. 2-0. Разозлил его. Давай. Стоп, сколько стоит? Ты держать. До свидания. Я с 3 до 5 буду здесь. 4. Молодец, Даня. Но. Тыкни. Да. Так, грянут. Иди считай, выходи отсюда. Вам стойку, Георгий. Стойку. Ты готов? Сейчас. Время 25 уже. Раз поставляю. 25 бросов. Стоп, стойку. Я сказал, стойки. 7, 8, 9. 5-0 дальних собрал. 10. Ой, 5-1. 5-2. 12. 14. 15. Давай. 16. 17. 18. Есть. 6-2. 19. 25. 21. 20. Давай, чуть-чуть осталось. 23. Ну, 3 секунды. 24. 25. Так, все, Мате, идешь сюда к ним. Угрян, идешь сюда. Посмотрите на него, видите, он мертвый? Сожрать. На ковер дали. У нас готов? Чего? Подождите. Здесь кто-то, похоже, стрелял. Еще раз. Где?
Готовы? Джимми! Добрый скат! Там дырка? Нет, там как кто-то плюнул. Шмаркнулся. С первого этажа попало на третий. Боремся. 5 минут. Интересно, там бутылку еще не заснул? Давай, там бросай меня. О! Вот он, красавец! Не вытащил. Не вытащил. Пошел на концерты на него. Видишь? Следующий. Дарин, молодец, а ты ходишь перед ним, ничего не делаешь. Завалил. Ну, не завалил. Ну, бери захват. Он же наш вот попал.
Держи руку здесь. Вот поймала руку, и все, вот. Держи руку здесь. И он поворачивал это, как мне ногу сюда ставить. Еще раз. Еще раз. Бери захват. Держи вот эту руку здесь. Вот этой рукой бери. Вот этой рукой работаешь. Вот достал руку. Достал. Так можешь взять, можешь так взять. Так же. А я не понимаю, возьми захват. Как вот так вот. Как ты его разрешаешь так брать? Вот как ты разрешаешь? Это он тебя не бросит. А на соревнованиях сразу выпишет. Вот это все, вот это жопа. Вот ты должен. Твоя рука здесь должна быть снизу. Здесь твоя должна быть, его должна быть сверху. Еще она согнута должна быть. Согнута. Если она прямая у тебя, все, ты улетел. Я не говорю про него. Про крестик, про ноги. Мате. Куда? Чеза, идешь, Георгий, бороться 5 минут. Ты идешь бросать, Маша сюда. Вытолкнуть. Единственное, что вот так пальцами надо делать. Ладошками стараться. Не кулаками, а ладошками. Я знаю, как ты кулаками. Так, вы готовы? Вы боритесь. Пока они не закончат бросать, вы боретесь. Вы боретесь. Как же так? Вы отдыхаете. 1-0. Есть. А зафиксировать, бой! Чернов, стойку. Где фиксация? 2-0. Считай звук правильно. 2-1. Третий, 2-2. То же самое. Чего кто? Георгий, то же самое, только рука на шее, отсюда взял торс и забедрил. Все. Я здесь не видел здесь. Что вы вот здесь руку держите, блин? Вазай. Чего кто? Подождите, остановитесь. Посмотри тебе. Ты левша. Первый. Вот это? Правда, все так. Вот если ты вот так поставил захват, все, это жоп. Улетел. Если ты вот. Не-не-не-не. Вот так поставил, это получишь через грудь. Есть вот захват, вот. Видишь? Вот он. Или вот если кимоно не такое жесткое, то берешь кимоно, сюда ставишь. Вот сюда, вот это, сюда. Если вдруг руки у него длинные, тогда вот тут перекрываешь. Или по возможности вот здесь. Почему? Потому что раз ты его держишь далеко, он старается тебя, например, взять за шею. Он старается бери за шею. Вот ты не даешь, бери. Вот видишь, видишь. Я отпустил, вот сам ко мне пришел. Я тебе еще раз говорю, вот это вот. Вот здесь там, а ты то здесь держишь, то вот здесь держишь, это через грудь, он тебя бросает. Или то вот здесь держишь. А вот здесь, значит, задняя подножка через бедро перед. Нельзя здесь захват держать. Смотри, видишь, вот. Вот оно движение. Вот движение. Вот держать нужно. Ой, вот откуда нужно держать. Вы боретесь. Так, приготовился Влад. Так. Этот как его? Считаешь? А можешь через грудь делать? Да. Да? Вот умница, молодец, сейчас. Ногу убрал, мы еще ногу будем занять. Чем-то кто? Как хорошо там не знаю. Так, через бедро. Считаешь 30 бросков. Минута. Готов? Да. Чей! Какой бросок?
Поднимай. Поднимай чуть-чуть. Иди, где руки? Где руки? Где руки? Не махай руками, ручки держи впереди. А ты сейчас получишь по этому, по щечке мне. Нет. Руки внизу, дай мне по щечке один раз. Глаз уходи. Бросаем, бросаем. Бросаем, бросаем. Как ушел? Здравствуйте. Да, вру. Да что тебе извиняюсь? Ты что, первый раз так делаешь? Слушай, я тебя прошу. Завтра с 3 до 5. Извиняйте его больше. Давай, давай, бросай! Одна минута, 10 секунд. Отвлекаешься. Угрянно готовься. Тогда кого извиняешь? А? Кого извиняешь? Артур Истрайт, он пришел, я опоздал чуть-чуть, то есть я пришел не в 12 часов на тренировку, не в час. Я пришел в 10 минут второго, Юрий Саш. Он заглянул в Юрий Саш и ушел. А маме говорит, тренера нету, я пойду по делам. Что вы лежите, бороться? Еще в Гуряну должен на минуту бросать. Готов? Да. Где? Считаю. Раз. Два. Три. Давай, Дарья. Пять. А как правильно отсюда? Шесть. Тут зависит. Восемь. Тут зависит от кимоно. Если вот так называется, то все палец перейти. То есть. Девять. Вот оно. Девять. Вот сюда. То есть, вот так. Вот такое движение. Палец, да. Можешь взять, да. Ибо оно позволяет, но я брал вот здесь. То есть если так, как бы здесь. Или брал отсюда, или вот так. А здесь? 19. В этот момент очень хорошо здесь кисть можно. А вот это 22. 29. Далее. Маша, боремся. 24. Отойди в сторону. 25. А ты? Так. Пошли вокруг ковра. Это еще не все. А как мне в воскресенье бороться? Как мертвый. Ну и что? Я волну. Тут ты выходишь и говоришь, что-то в пятницу плохая тренировка была. Не, отличная тренировка. То ты нагрузишь, ой, а как я буду бороться? То ты решаешь. Так, грузиться надо в пятницу, так в пятницу перед соревнованием. А что, ты завтра придешь, что ли? Нет. Завтра? Завтра я так я завтра со школы иду. Куда? Собирать мусор. Куда? Собирать мусор. Без этого мне... 2 десятки. А что, игроки на руку? А здесь мы работаем? А? Парк идет? Да, в парк. Ну вот как раз там, Влад, да, Бутук строится. Там, давай, вы с Алешей гуляете в субботу, в воскресенье, в Сорике, вот он, Влад идет, убирает. Я тоже уйду. Тоже, да? А будешь убирать то, что на Сорине? Курточку одевай. Одели курточку, построили. А, да, я еще извиняюсь, еще броски у нас. Пожалуйста, построились. Так, сейчас можете зайти на этот сайт Федерации. Сейчас идут сборы, подготовку к... Я не знаю.
Я уже старый, поэтому только на такси могу ездить. Угу. Сейчас, одну секундочку, я... Да, Юрий Александрович, мы только на такси ездим. В булочную. А, я честно я нагрузил. И Георгий не нагрузил. Ну ты нагрузился? Нагрузился. Спасибо. Пожалуйста. Ну и... Даник, ты живой? Ну, как сказать. Ага, ну тогда ничего не говори. Вот Влад живой, да? Сколько ты делаешь лежа? А? Да. Как называется жемлёжа либо румын? Вот так. А? Нет, футэ как? Ну, футэ еще. А сейчас скажу. Футэ это когда, а жемлёжа это когда... Длинное название, да? А, жемлёжа. Как же, да, вот на скамеечке лежишь и штангу поднимаешь. Ну, ты же нас не все знаешь. Ну, вспомни. Забыл. Маша. Да. Что-то лапет. Да, лапет. Как? Не, неправильно даже. Ну так, нет, таксиуни, что ли? Нет. Таксиуни это что за другое? Таксиуни это... Да. Что-что? Таксиуни это вообще не было. Ну, лёд на дозочку. Так сколько было? Какие килограммы? Очень день. 50. 50. Влад. 50 грамм, 3 подхода по 200 с 40 килограмм. 3 подхода по 10? Лучше 3 подхода по 3 повторения. 80 килограмм. О. Да. Ты сколько весишь? Я? Иди сюда. Вот ты представь, да? Вот, да? Весит 66 килограмм. Ты его должен вот так спокойно держать. Тогда ты сможешь защититься. Останься. Я делал сколько? 95-98 раз. И как бы не боялся, тяжей держал. Но зато подтягивания я вообще не любил. А это самое главное, если хочешь выигрывать, это, посмотрите, бросил удержание, работаю здесь. То есть толкнул, да, а сюда вот. Вот это движение, чтобы потом бросок делать. Поэтому я работал как бы, да, старый еврей. Забыл ключи. А дома? А дома? Да. У меня есть ассистент. Вот эти? Нет, да. Нет. Все, алинеры, древко. Дайте, пожалуйста, ключи. А ты что, домой далеко, да? Нет, уже хотел сидеть на троллейбусе и кушать. Как это? Вот там уже. А где ключи? Вы тяну с оттенком. Ну, вообще, на дверь. Может, это не... Да. Спасибо, Даня.